Бойцы, проходящие службу по контракту, сейчас находятся на боевом слаживании. Они активно проходят обучение и еще только готовятся отправиться в зону СВО. Задачу обеспечить их всем необходимым на себя взяло региональное отделение Российского фонда мира. Для военнослужащих было закуплено все самое нужное – дизельные генераторы и бензопилы, квадрокоптеры, инструменты, тактические перчатки, сварочные краги. Также бойцам отправят рации, планшеты и компьютерную технику. Все, что запросили по заявке, все для них закуплено и сегодня будет отправлено туда, к нашим ребятам, чтобы они могли научиться подготовиться. Кроме того, бойцам отправятся маскировочные сети и лешие. Их продолжают активно изготавливать жители Мордовии. В эту же посылку для ребят из региона 13 войдут и шевроны с принадлежностью к республике. Хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся и кто помогает нам, присылает денежные средства, привозит гуманитарный груз. Региональному фонду мира удалось собрать уже около 130 миллионов рублей на закупку необходимых для солдат вещей. Однако сбор продолжается. В Мордовии открыт единый счет для пожертвований в помощь нашим военнослужащим. Внести посильный вклад можно по реквизитам, которые вы видите на экране. Ирина Радайкина, Дмитрий Малахов. Народные новости.